Привет еще всем. Хотел тут обзор по звуку сделать, небольшое видео. Но случайно наткнулся на ярмарку. Какая-то православная выставка-ярмарка. Не знаю, пустят меня, нет. Сейчас попробуем это все сделать. Сейчас солнечная погода. Отлично, почти лето. Везде все зеленое, красивое. Вот. Попробуем попасть. Православная выставка, ярмарка, Град Креста. Это такие вот красивые купола. Шикарно сделано. Куча охраны, милиции. Все никак не привыкли к этому слову. Полиция, милиция. Ну вот, скорее всего, тут будет 24 мая. Что-то грандиозное. Вон колонки. Сцена уже готова. Так что город Ставрополь — это еще не тупиковый город. Здесь можно неплохо отдохнуть. 17-24 мая, да, вот. Время работы с 10 до 19. Так, а у нас на часах сколько? Так, смотрим. 8:33. Что-то мы пришли рано. Тут пока еще ничего не будет. Давайте придем попозже, посмотрим, что там. Так, вход в выставку. Привет еще раз. Сегодня наслушался музыки. Примерно 2 часа слушал музыку. Ушел встали. Вот, решил сходить в парк. Иногда нужна тишина. Тишина от этой прослушки. Я называю ее перевариванием. Это переваривание способствует какому-то осмыслению музыки. Потому что если долго слушать музыку, начинается каша в голове. Мне она не нравится. Не знаю, как вам, пишите в комментариях. А еще мне нравится читать под музыку. Чтение под музыку — это очень интересный способ вогнать те эмоции, которые тебе именно необходимы. Интересно, кто-нибудь еще читает, кроме меня, под музыку? Раньше я любил, сейчас мало, конечно, я читаю, но когда бывает время, я читаю именно под музыку. Именно даже не в наушниках, а вот именно под акустику. Так более лучше. Считаю, что лучшая музыка — это тишина. Ненавижу собак, все честно. Вообще не понимаю людей, те, кто держит именно таких вот собак, у которых нет собачьей жизни, у которых нет ничего интересного в жизни. В детстве как-то держал и кошку, и собаку. Сейчас никогда в жизни не захочу собаку держать. Все это такая чушь, если честно. Тебе нет времени на собаку. Собаке нет времени для тебя. Я считаю, что собаке должна быть собачья жизнь. Именно она должна быть, прожить вот такую вот собачью свою жизнь вместе с собаками. Завести себе отличную сучку. Поиграться, покусаться. Но в квартире где поиграешься, покусаешься? Не знаю, чушь полная. Шикарный храм. Интересно, этот город Ставрополь.
Наверное, все города интересные по-своему. Солдат сюда. Ой, даже двое встанет. Прикольно. Шикарный монумент. Он, конечно, не такой огромный, как в очень больших городах России, но выглядит потрясно. Мы видим. Девочки шагают, да? Великолепно. Наверное, долго учились этому. Девушки в форме, это, конечно, красиво. Это коллаж сделан из, не знаю, скольки сотни, может, тысячи лиц. Значит, приближу, посмотрите. Вот, их очень-очень много. Флаг сделан полностью из лиц. Это все лица. Вот мы сейчас отдаляемся и видим большой-большой коллаж. Человек с флагом. Коллаж приурочен к юбилею, к 9 мая. Выглядит потрясно.